инвентарных списках 1664 года Дона Педро де Арсе, несшего службу при дворе, картина фигурирует под названием «Миф об Арахне». В Королевское собрание она поступила в XVIII веке, когда после пожара в Алкасаре в 1734 году в нее, возможно, были внесены добавления. Тема полотна – миф, изложенный в шестой книге «Метаморфоз» Овидия. Минерва, рассерженная на Арахну, которая считает себя самой искусной в ткачестве, карает ее, превращая в паука. Действие развивается по принципу «картина в картине». На заднем плане Минерва угрожает Арахне, а на первом плане пряхи занимаются своей работой. И здесь тоже миф является лишь предлогом для изображения сцены из современной жизни. Перед нами мадридская мастерская Санта Исавель, обслуживающая королевский двор. Стиль, который развивает до предела язык Рубенса, кажется неожиданно современным, почти импрессионистским. Сложная культура произведения отражает римские впечатления художника, в первую очередь от фигур Микеланджело и композиций Рафаэля в Ватикане. Уже после написания картины она была увеличена в высоту, о чем свидетельствует изображение слева вверху. Эти детали еще больше усилили эффект картины в картине. Предполагают, что изображение представляет собой аллегорию, восхваление почтения к монархии и угрозу тем, кто не покорится господству Испании.